Ну, вот такие вот хорошие корни. Уже такие прям лопухи они. Это буржуй баклажан. Такой большой, до 500 грамм заявлено. Поэтому его я оставлю побольше. Ну и буду пикировать своим обычным способом. Так же, как и делала с перцем. У меня есть вот такая вот штука. И я ее буду использовать. Делаю вот так вот отверстие. Опускаю все корни. Немножко заглубляю. И если нужно, насыпаю земельки. Вот и все. Я не заглубляю баклажаны совсем до семидольных листочков, как, например, обычно с томатами делают. Ну, почему-то я не вижу в этом смысла. Мне кажется, они, так как помидоры, не дают корней. Ну, или, во всяком случае, не всегда. Корни обязательно все внутрь убираем, чтобы они не загибались. Вот и все, готово. Возьму, конечно, самые крупные экземпляры. Мелочь удалю, потому что слабые растения нам не нужны. Вот в случае с таким растением, когда достаточно большой ком земли, лучше не пользоваться вот такой штукой. Она подходит, когда корни маленькие. Я вот отсыпала землю, сделала чуть меньше половины, и буду действовать немножко по-другому. Я вот так поставила, придерживаю пальчиком и закрываю землей. Досыпаю земли сколько нужно. Про заглубление. Я не заглубляю до семидольных листьев, но все равно, по сравнению с тем, как они росли вот в этой другой емкости, да, они, в принципе, заглубляются. То есть я сажаю примерно вот так. То есть заглубление все равно есть. Но не такое сильное, как, например, мы поступаем с томатами. Ну вот 6 штук, я думаю, хватит. Эти я пересажу куда-то в другую емкость и, может быть, поделюсь с кем-то. Потому что у меня много сортов. Я думаю, по 6 штук от каждого это будет вполне достаточно. Сейчас посчитала, у меня оказывается 9 своих сортов и еще плюс 2 сорта по тестированию семян. И получается 11 сортов. Если по 6 штук оставить, это будет даже много. Поэтому посмотрю самые те, которые крупные. Это вот буржуй, вот который сейчас я пикирую, и бычье сердце. Вот они до 500 грамм. Их я оставлю по 6 штук. Остальных можно даже поменьше оставить. Те, которые, ну, как бы обычных таких размеров и особенного чего-то из себя не представляют. Ну, может быть, еще какой-то сорт оставлю. 5-6 штук. Вот много мне их не нужно. Поэтому вот так буду работать дальше.